Друзья, всех приветствую. Сегодня 31 июля. Выбрался на рыбалочку погонять окунька. Обычно я хожу вверх по течению, в сторону Фомихи. Сегодня пойду в другую сторону. Хочу прогуляться, посмотреть, что там, какие есть места. Рыбачить буду на классический отводной поводок. Грузило. И это сам поводок, 1,20 м примерно. Ну и такой червячок. Вот он, первый окунёк. Такой вот. Ну, очередной матросик. Ну, кто-то упирается. С каждым разом все крупнее и крупнее. Но еще маловато. Что-то... О, более-менее окунь. Так. Из всех самый крупный. 4-й. Вот так вот. Решил далеко не ходить, туда, куда я хотел пойти, я не пошел. Вышел за поворот. В принципе, бережочек такой как бы пологий, камушки меленькие. В общем, как бы ничего интересного. Если в ту сторону выше по течению перекаты, где-то ямки, косы. То есть, ну, интересные места. Окунечек. Опять не крупный. Все, отправился на другой поворот, где водозабор. Там что-то совсем все печально. О, чуть получше. Вон такой уже. Ничего себе, что-то прям так. Что, все, сошел что ли? А, нет. Блин, так хапнул прям. Там реально, блин. Подтяжечка такая, чуть спиннинг не выронил. А там вот такой вот перец. О. Такой вот окунечек. Ух ты, ничего себе. Он тоже такой. Не крупный. Меленький, меленький. Пробовал на поперк маленечко половить. Ничего не клюет. И где-то, я не помню где, увидел, что на попер можно поставить, ну, такой поводочек. И реально, сейчас у меня была поклевочка, то есть я поймал окуня именно вот на отводной вот этот поводочек. Села батарейка, поэтому, ну, как бы я не стал батарею менять, потому что, ну, особо ничего не клюет. Думаю, смысл снимать что-то. А тут бах, клюнуло, я даже не ожидал с первого заброса. Может, это чисто случайно было, сейчас будем пробовать.
Видимо, поппер ему не нравится, но то, что хлюпает, он все равно как бы смотрит, наверное. А сзади, получается, это рыбка. Так, еще интересно. Блин, что, поклевочка? О! Да блин, нет, это он тонет, походу. Или нет, реально цапал. Да ну, я прям не знаю, я не верю. Неужто это реально работает? Ну, потому что вот реально резина сбитая. А сбиться она ни с чего не может. Потому что она по воде плывет. Причем два раза ее тюкнули. О, взял. Ребята, реально работает. Смотрите на эту штуку, не на поппер, а вот на резину. О. Но не крупный. Такой вот. Смотрите, ничего себе, я даже вообще не ожидал. Я давно хотел попробовать эту штуку. Блин, сразу взял, прикиньте, ребят, только кинул сразу, бабам. Я даже... Интересно, а что взял? Реально стою, я стою, у меня улыбка до ушей. Да смотрите, вроде такой, не сказать-то, нормальненький окунь. Я, короче, балдею, ребят. То есть просто на отводной не берет, а вот именно вот на поппер с отводным берет. Опять на этот, на отводной. О. Красота. О, сразу. Упала и сразу же взяла. Взял. Вот это мелкий, конечно же. Вот еще попался один малек. Прям возле берега, прям возле ног, можно сказать. Тучечка идет, заморосил дождик. Я потихонечку сплавляюсь. Путь держу домой. Удалось поймать много окуней, но почти весь мелкий. С собой забрал штук 5, наверное. Вот, вот такие вот окуньки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 штучек. Сегодняшняя рыбалка прошла не зря. Опробовал новый метод ловли окуня, то есть отводной поводок с поппером. То есть тема прикольная. Надо будет еще раз опробовать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.